Сегодня чудесный солнечный день. В Омске поступление орхидеи в экофлору. Всем привет! Что же мы заказали? Самое первое – это зорро. Их так давно не было. Ажурное, невероятно яркое, восковые цветы, очень плотные. Цветет долго, бутоны не сушит, не вредная. А какой у нее язычок? Прям дарит солнечное такое летнее настроение. Корни раскуклились. Корней много. Горшок зеленый. Корней много. Корешки, видите, прям растут. Я, кстати, люблю тоже вот так пустое место оставлять в горшке. Обязательно туда проберется корешок. Даже если близко, нет корешков вообще возле такого пустого места. Невозможная красота. Они есть свободные. Буду стараться не забывать говорить. Что еще есть в экофлоре? В конце будет обязательно визитка Юлии. Можно связаться и что-то себе выбрать. Это бронзовый Будда. Этим все сказано. С момента, как первый раз увидели его, все влюбились. И обязательно заказываем. Сегодня был теплый денек, и уже казалось, все, можно рассылать во все стороны России посылки, но нет. Еще будет холодно. Смотрите, какой сочный листик. Два цветоноса. Бутоны откроет, вредничать не будет. Гарантированно проверено не единожды. Грунт влагоемкий, влагу держит долго. Все поддонами, все это мы заказали сами. Ароматная орхидея и Будда, кстати, и Леодора. Пышно цветет. Всегда удивляюсь. Магазинное цветение — это так пышно. Дома 2-3-4 максимум цветка у меня было. Вот такой Леодора. Нам понравился вот этот производитель в светло-зеленых горшочках прекрасного качества. Увидите, два растения. Это Леодора. Отсвечивает, кажется, как желтоватая. Нет. Зелень такая сочная, нежная. У Леодора всегда. И в пазухе еще одна детка. То есть одна самостоятельная, и одна вот тут спряталась, притаилась. Я уже знала, что они могут быть, поэтому выискивала самый пышный кустик. Леодора. Этот раз приехали, и мы заказали их еще раз. Через поступление будет опять Леодора. Леодора много не бывает, котов диких много не бывает, Будды тоже. Будем заказывать все лето. Поэтому, кто не может пока получать посылки, не переживайте, нам хватит всем 100%. Микс. Что такое микс? Микс собирают садовники. Не мы решаем, что там будет стоять этот раз.
мы заказали. Микс, как правило, это дешевле, чем заказывать какой-то сорт определенный. И вы видите, это Феникс. Не поскупились, поставили нам. Джули, 1300 для этой орхидеи Гиперпсона. Они есть свободные. Вот эти мы тоже как-то как сортовики заказывали. Они назывались у нас Yellow, приходили под таким названием. По всем вопросам наличия обращайтесь к Юле. Я сегодня очень рано уехала из Экофлоры. Что было продано потом, не знаю. Я сейчас озвучиваю еще рабочее время в Экофлоре. Возможно, идут продажи. Да, вы правильно понимаете, я не заметила бабочку. Причем мне Лариса сказала, что есть бабочка. Я поснимала, она мне напомнила, я пошла снимать еще раз. Пилорики бросаются в глаза сразу. Бабочки мне не бросаются вообще никак. Пурпурный дождь. Мы собирались его заказать, наверное, полгода. Я постоянно боялась этого делать. В Омск пурпурный дождь часто привозят в микс. Можно приехать в Леруа Мерлен и найти себе пурпурный дождь. Поэтому мне казалось всегда, что он есть везде в микс. Мы решались, мы собрались и заказали весь поддон. Расписан, свободных нет. Но они постоянно есть в прайс. Если нужны, присоединяйтесь. Закрепленным сообщением будет ссылка на чат. Будем все лето заказывать. Теплеет, будут посылки. Смотрите, корни. Как на подбор. И, слава богу, не политые. Шедеврально. Это из прайс. Мы делаем заявки из того, что предлагает Юлия из интернет-магазина и из прайс. В прайсе огромный выбор. Может любой чатовец заходить, выбирать все, что ему понравится, и скидывать чат. Собираем желающих и заказываем. Макадес стоит один. Один-одинешенек, грустный, ищет дом. Чтобы он там не грустил, я забрала его домой, девочки, мальчики. Кому он очень нужен? Он старается. У него растет листик. Мини-марк. Надо уточнять у Юли, есть ли свободные. Оставался один с прошлого поступления. Смотрите. Все бутоны. Держит Эсми то же самое. Они очень хотят обрести свой дом. Простояли неделю в Экофлоре. Если неделю орхидеи простояли, нигде ничего не пожелтело, бутоны не скинули, значит, все хорошо. Надо забирать. Подумайте, у кого их нет. Марков у меня 3, я уже говорила. Это не орхидея, это что-то божественное. Дикий белый. Я уже сегодня говорила. Орхидея неубиенная, скажем так.
цветоносов море. На каждом цветоносе вам даст детки. Детки дадут цветоносы, дадут еще деток. Это будет такой пышнючий куст из всего. Из цветоносов, деток, цветоносов и еще раз деток. Не пожалеете, кто брал, подтвердят, что это именно так. Они есть в Экофлоре свободные. Всегда их быстро разбирали, потому что они приходили букетом огромным. А тут пришли на бутонах. И вот три стоит уже неделю. В общем, в конце ценник. Присоединяйтесь, впереди лето. Я думаю, жизнь наладится, все будет хорошо. Визитка Юлии. Давайте заказывать орхидею вместе. Пока-пока.